В рамках программы переселения из аварийного жилья в Заре строится сразу 4 дома. Планировалось первый из них заселить до конца этого года. Но когда представители прокуратуры провели вполне ожидаемую, то есть плановую проверку, у них возникли сомнения, что это удастся сделать. В ходе проведенной проверки установлено, что в настоящее время строительные работы на объекте ведутся недостаточными темпами, что создает предпосылки к тому, что в установленный срок не будет обеспечена полная готовность многоквартирного дома. Застройщику объявлено предостережение, если организация сорвет сроки сдачи дома, ее ждет штраф, и это не считая уплаты неустойки. С другой стороны, в управлении капстроительства города уверяют, что ничего подобного произойти не должно. У нас есть служба строительного контроля. Это ведут контроль за правильностью выполнения работ, за соблюдением технологий, за выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией. То есть это все контролируется, значит, составляются отчеты и все, ну, исполнительные документации, как это все будет, как это сделано на самом деле. И, соответственно, весь этот пакет документов будет храниться у эксплуатирующей организации. Начальник управления Вадим Астафьев добавил, что уже на следующей неделе будущих хозяев квартир начнут приглашать в Зарю на осмотр положенных им квадратных метров.